В гимназии номер 5 прошел ежегодный конкурс театрализованных постановок по пропаганде здорового образа жизни. В этом году его назвали «Факторы здоровья». В состязании приняли участие школьники из 21 образовательного учреждения. Это больше, чем в прошлом году, отметили организаторы мероприятия. Поэтому всех конкурсантов разделили на подгруппы – старшую и младшую. Театрализованные постановки – это та деятельность, которая интересует детей, которая пользуется популярностью, которая известна на протяжении уже многих лет, и дети готовятся к ней. Многие проводят такой конкурс в школе, и лучшая команда выходит на районный конкурс. Где-то театральный коллектив выступает или агитбригада школы. Поучительная сказка, примеры из жизни современной молодежи, музыкальные номера с песнями и танцами. Каждая из команд выбрала свой собственный вариант донесения со сцены, казалось бы, простой истины. Наркотикам, алкоголю и курению нет места в жизни этих ребят. Творческие находки, оригинальные костюмы, эмоциональность и артистичность юных актеров оценивала компетентное жюри. Ну, это театрализованная постановка, которая должна быть яркой, должна чему-то учить, должна отображать личную заинтересованность участников, их позицию жизненную, особенно в старшей подгруппе жизненную позицию. Ну, соответственно, есть положение, которое регламентирует и время выступления, и критерии оценки.